что, привет, интернет. Меня попросили почему-то не материться, хотя я, в общем-то, давно это не делаю. Но это не самые большие проблемы, которые сегодня случатся в этой программе, потому что у нас сегодня, как это, я в детстве книгу Джахар читал, там был такой сотрясатель вселенной, прохожу на середину, да, то есть он был реально с занозой в заднице, это можно говорить, занозой в заднице в этом, но это всей судебной системы, всей прокурорской системы, всей следственной системы. Я вот реально очень давно тебе хочу задать вот этот вопрос, ты вот эти посты пишешь, да, ты вот так их нещадно троллишь, и причем тебя же слышно, тебя наберут там по 2000 просмотров, то есть народ там реально говорит, ты что добиваешься вообще у тебя как? Справедливости. Законность. Расходимся. Слушай, а что ты заканчивал? Какой вуз вообще? Как ты? Ты вообще почему юрист? Объясни мне, что с тобой не так? Найди себе девушку, чувак. У меня с детства была обостренная тяга к справедливости, желание. Ну, как она выражалась? Вот, например, я тебе приведу пример. Когда в пионерском детстве мой Кент свистнул велосипед. Вот, а я был включенным пионером. Я пошел и сдал его. Ну, мне было тогда, сколько там, я не знаю, 6 лет, я реально пошел стукнул этого Кента. Вот, ну, нас так воспитывали, то есть это было нормально. Ты его стукнул? Нет, я не его стукнул. Ну, стуканул в смысле, то есть, что он свистнул этот велосипед. 6 лет, важно. Хорошо. То есть, у меня была крыша, то есть, у тебя вот так было? Ты в смысле, ты стучал на товарища? Не, вот я же признался. Камин-аун, все. Стуканул на товарища. Мне кажется, у тебя другая крайность. Ну как это было? То есть что, какой там пример? Нет, это все как-то больше, наверное, было связано там, с книгами, фильмами определенными. Тем более уже голливудское кино пришло, да, там, мое детство. Ну, какие фильмы формировали вот мировоззрение Джахара Утебекова? Заметьте, я не спрашивал этот дебильный вопрос, какие ваши любимые фильмы. Я его завернул вообще в другую бумажку. То есть, в какие фильмы вот тебя вот сделали, там, какие книги тебя сделали? Книги. Мне очень нравился цикл детективных романов Эрл Стэнли Гарнер, писатель такой, про адвоката Перри Мейсона. Угу. Он сочетал в себе способность как великолепно выступать в суде, защищать своих клиентов от полиции и так одновременно еще и сам расследовать преступления, то есть добиваться торжества и законности, и справедливости одновременно. Вот это из книг, а из кино, это может смешно сейчас будет, но мне нравился другой Мейсон из Санта-Барбары. Как дела? Это довольно своеобразный персонаж. Сейчас я удивляюсь, почему-то мне он нравился именно как адвокат. Хотя его показывали редко, что он выступал в суде, и да, больше показывали, там, как он бухал. Чудил что-то там. Да, больше показывали, как он бухал и гулял с женщинами, но в детстве мне он точно нравился не из-за этого. Я хочу упредить комментарий. То есть, он мне нравился как адвокат. То есть кобелиная сущность Мейсона, она как бы вот, мне нравилась тебе, да. Бухло, вот это, Блэк Джека и вот это, да нет. Но тебе нравился исключительно юридический аспект Мейсона. Мне хочется так думать. Спасибо, Джахар. Слушай, ну и что? И потом получается сразу вуз, то есть вот после школы сразу юридический вуз. Какой? Альма-матер. КСГУ, Казахский гуманитарный юридический университет в Алматы. На тёчном языке, Абая Жандосова. Да, да, вот с колоннами такими, с балюстрадой он такой там. Да, да, да. Который, как считается, детищем Шакинова, Нагашпая, покойного уже, да? Вот. Сколько, 5 лет? 4 года, тогда уже бакалавриат 4 года составлял, но хотя я отучился еще 2 года в магистратуре, то есть я магистр юриспруденции, не знаю, что это тебе скажет. Не, ну, это как раньше, как кандидат наук, что ли, или что? Это академическая степень, это не совсем кандидат, но сейчас доктором философии, PhD, можно стать только получив магистерскую степень сначала. А ты хочешь стать доктором философии? Это PhD, по Фрейду просто оговорка. Получить. Ты вообще что такое философия, Джахар? Нет, доктор философии, это PhD, это... Нет, ты подожди, это PhD, ты не ругайся, это же PhD, вот ты сам сказал, не материться на программе, сейчас только что сказал. Не PhD. Не PhD, я не PhD, что такое философия, Джахар?
для тебя? Философия, ну, я как такой чистый гуманитарий, люблю все гуманитарные науки, в том числе философию. Для меня в первую очередь это помощь в выборе каких-то моральных ценностей, на чем зиждется право, юриспруденция, законы. Вот. Все-таки рассуждение о ценности права жизни человека в обществе, рассуждение о справедливости, добре, зле. Ну а какие философы тебе близки вообще? У нас уж пошла такая пьянка. Понимаю, что не PhD, но... Вот такие, вот я не знаю, мне очень нравится Синека, да, то есть я вот почему-то, я понимаю, что это, наверное, штамп какой-то, да, но я вот прям пытался разобраться, потому что, ну, действительно, те высказывания, которые ему приписывают, они сильные очень, то есть, ну, не знаю, издаренные их там. Ты знаешь, честно говоря, я даже поразмышлял сейчас, но я удивился, я не могу назвать ни одного философа, который бы вот там... скажем, сильно как-то травмировал меня. Да, и активно топил за юриспруденцию. Может быть, они не любят ее. Вот. Я, ну, можно я немножко переиначу вопрос? Там, я не знаю, это правильно сказать, философ или нет. Ну, из писателей, ну, давай, наверное. Давай. Больше всех меня воодушевляет Кафка, да, который, ну, посвятил там, один роман процесс, он посвятил безумию уголовного процесса и государственной машины. И один роман «Замок», неоконченный, он посвятил бюрократии и торжеству ее над маленьким человеком, ее тоже безумию такому. Ну, в каком-то плане эти романы философские, вот, и тоже, ну, наверное, их я могу отметить как такие наиболее произведенные. Я понял. Слушай, ну смотри, а тебе не кажется вот некоторым абсурдом, что адвокат, действующий адвокат, сколько уже ты вот действующий адвокат? Шестой год. Шестой год, вот смотри, шесть лет. А, человек уже, ну ты потрогал нашу Фемиду, да, там, и так, наверное, и так там уже, да, ты понимаешь, как это все устроено, ну, об этом написано в твоих постах, но меж тем ты продолжаешь вот это топить за справедливость, за честность наших рядов, ну, слушай, ты что, правда веришь, что это можно как-то изменить? То есть ты идеалист у Кибеков получается? Да, я верю в то, что общество наше даже... к этому готово, к переменам. Мне кажется, вам в ряде систем просто все упирается в конкретных порочных, консервативных, ультраконсервативных людей, которые мешают переменам, мешают, ну, как-то продвигать нашу страну к светлому будущему. Очень много упирается в конкретных людей. Ну ты вот сейчас, достаточно, по-моему, на путь революционеров встаешь, то есть ты газуешь против системы. Причем, в смысле, там ребята 100% на поступки способны. Вот эти вот верховные судьи, которые там веселишься, да, там в постах своих, вот это наша система прокуратуры, следствия, это вообще-то силовики на минуточку, да, все. То есть это, ну там, я не знаю, там карательный меч государства. Вот. И ты, понимаешь, там просыпайся утром и там на него, там, я не знаю, цветочками его расписываешь, да, а то там тот как-то там веселишься над ним, там карикатуры рисуешь, ты в своих постах там рисуешь, там ужасно страшные карикатуры, как мне видится. То есть и тебе, в смысле, тебе не страшно. То есть они завтра там что-нибудь там, знаешь, этот Жернов не туда качнется и просто, ну, что это там. Почему страшно должно быть мне? Вот я удивляюсь, почему все спрашивают меня, тебе не страшно? Почему никто не спросит, вот тут у тебя выступает там... Нам последних 100 лет вбивали на страшно? Конкретных примерах, да, что бывает с теми людьми, которые начинают бороться с системой. Нам прям, в смысле, перечислить весь ряд вот этих, понимаешь, вот это, как сказать, первый был Иисус. Ну, его распяли. Слава, вот, я... дальше перечислять, это 2000 лет, я тебя могу вот прям... Понимаешь? Слава, я же не анархист, я же не борюсь с системой как таковой, там, я не знаю, как в бойцовском клубе, там, подрывая ее здание, да. А, я очень, очень конструктивен. Я всегда поясняю, что, ребята, вы должны действовать так и так. Там, поэтому я говорю, что там, когда выступает главный судья нашей страны, там, Кайрат Мами, и говорит, что вот раньше были такие замечательные нормы в нашей степи и ссылается на какие-то сомнительно что существовавшие вообще нормы там тюркского каганата 6 века, что вот если тебе выбили глаз, то отдай этому человеку свою дочку, то мне
кажется, это все-таки ненормально. Человек должен следить за языком. Я стараюсь поправлять его там, да, в таких случаях. Для меня тут нет авторитета. Он должен понимать, что такими словами он поощряет гендерную дискриминацию там, да, и самосуд в нашей стране. Ну, это закон Калиона. Око за око, глаз за глаз. Да, что-то если, из этого. Если там совсем там, нет, в юриспруденцию окунаться. Да, плюс, на мой взгляд, это какая-то еще и все-таки историческая некомпетентность, что не понимать, что ну, у нас не могло быть таких норм. Сен Казахша Сулисымба? Так. Кишкины Салиева, как он сказал. Замечательно. А как бы ты, получается, в городе, где ты родился? Я родился в Семипалатинске, в Восточной Казахстанской области, да, сейчас. Вот она. Тогда это была отдельная областная центральная. Связь с Еликбаевым, откуда вот эти вот стояния за кассами в Анжели. Мы, кстати, сейчас тоже... Это все есть кумовство и землячество. Я понял, к чему ты ведешь. Не, ну, как бы, да. Мы и сейчас находимся в кафе Еликбаева, что греха таить. Алиш, привет. Да, ну, просто, в рабстве. Да, это рабство невозможно отменить. И вот приходится тут отжиматься, делать интересный контент. Ну вот. Окей. И что ты хочешь? То есть, чем это, по-твоему, должно закончиться? То есть, ну вот хорошо. Ну, ты последний год вот начал вот прям, вот прям совсем. То есть, если раньше, знаешь, ты как бы... наверняка это все было в тебе, оно бродило, да, но последний год ты вот нашел те слова, да, которые услышал очень много людей. Mm-hmm. То есть, и они действительно согласны с тобой, ведь я согласен, что надо что-то уже потихоньку менять, начинать, да, то есть, и я согласен с тем, что вот нужны как раз-таки конструктивные люди, которые, знаешь, как критикуешь, предлагай, правильно? Mm-hmm. То есть, потому что вот это вот на штурм, на слом, вот как раз таки не надо, потому что только хуже получится. То есть, но, блин, я не понимаю. То есть, ну, а у тебя есть план какой-то? Или ты просто вот что увидел, там, ты как бы выкидываешь? Как план будет, громко сказано. Не, ну, как бы план не в моих руках же. Ну, у меня есть какое-то определенное видение ситуации, как должна улучшиться наша система. Очевидно, что две самые больные точки вот, вокруг нашей Фемиды – это сама по себе судебная система, которая не спешит модернизироваться и очень заточена на обвинительный уклон по уголовным делам. То есть наш суд попал с уголовным делом, тебя точно осудят, никогда не оправдывают. Да? И еще больнее – это вообще, у меня самого тут руки опускаются, я не знаю, что делать с нашей полицией. Это вообще просто нечто. А что не так с нашей полицией? Само по себе ненормально. Ты вот водишь, Слава? Машину? Да. Конечно. Когда тебя гаишники останавливаются, что у тебя происходит в это время в организме? У меня радость. Нет, я не шучу. У меня, когда меня гаишники останавливают, у меня происходит внутренний выброс эндорфинов, и я очень радуюсь. А почему? Потому что они, правда, очень часто мне предлагают пописать в баночку, потому что они настолько непривычны к тому, что вот кто-то радуется их остановке, а я прям искренне радуюсь. Я говорю, салам алейкум. Вот. Я говорю, вы отпустите меня, пожалуйста. Я говорю, через полчаса приедет в жопу пьяный чувак. Вот офигенная отмазка. То есть это работает там. Я же просил тебя. Нет, ну в жопу пьяный, это не мат. То есть... Я им желаю, через полчаса приедет пьяный. Они говорят, откуда знаешь? Я говорю, я чувствую, меня отпустите, он тогда приедет. Это первое, что работает. А второе, гарантированно работает. Я говорю, масти или бабок? Когнитивный диссонанс случается всегда. У них же работа очень нервная, понимаешь, очень опасная. То есть мы же понимаем, что за ними следят. Там их сажают очень часто за 1000 тенге в тюрьму. И понимаешь, вот этот вот... Конфликт интересов, вот масти или бабок, это шикарный вопрос вообще. А что, кто-то выбирает не бабки? Многие половину масти выбирают, что удивительно. Yeah. Вот, и что происходит? Ничего, я им желаю от души масти и А если они выбирают бабок? Даю бабок, а что делать? Не, понимаешь? Ты только что признался в преступлении, я надеюсь, что ты это выложишь на YouTube, и мы покараем тебя. Делаем. Не, ну сможете покарать, покарайте. Там же конкретные случаи нужны. В любом случае, Слава, ты же ощущаешь, что это не совсем, там, скажем, для цивилизованной страны какое-то у вас правильное общение. А ты слыхал? С полицией. Слыхали ли вы, Джохар, об их зарплатах?
а вот этот, я сейчас за них не защищаюсь, но мы же сейчас объективно рассуждаем, да, у них зарплата 60 тысяч тенге, вот у сержантского состава. Вот стоит этот парень сутками, он там сутками стоит, понимаешь, 60 тысяч тенге, у него дома семья, дети, а не кошки. Что ему надо делать в этот момент? Ну, ты понимаешь, он большую часть зарплаты реальной, да, в итоге получает от таких, как ты. А если бы он не получал этого, то тут два варианта. Я тебе открою страшную тайну, таких, как я, процентов 90, вот, понимаешь? Я не сомневаюсь, но, понимаешь, если бы вы не давали, так, вы 90%, да, давай, давай, то, да, у него, то мы бы имели, я думаю, две вещи в этой ситуации. Первое, на его место пришел бы более честный человек. Раз. И второе, этот честный человек, скорее всего, через какое-то время начал бы возмущаться положением вещей и спрашивать, а как мне выживать на 60 тысяч тенге? И начало бы назревать какое-то недовольство в рядах полиции. И постепенно бы они выбили себе повышение зарплаты, и с этим бы они меньше просили. А может быть, вас, а не проще им добавить денег и тогда уже спрашивать по-настоящему? Я понял, я с тобой полностью согласен, что зарплаты недостойные сложной работы в полиции, но есть масса научных исследований в области коррупции, ее природы, и исследователи единодушно говорят то, что сколько коррупция не зависит от уровня зарплаты. Проблемы все-таки системные, и они иного характера. Они начинаются с того, что на любую должность полиции, чтобы прийти, в 90% случаев, как минимум, да, надо дать ту же взятку. То есть человек уже приходит туда с нехорошими помыслами, на мой взгляд. И вот с этого все и начинается. Какая-то система потом вот этого кругового и поруки, взяточничество на коллектив. Вот это все, наверное, и порождает коррупцию. Ну и плюс такое, так сказать, поощрительное отношение со стороны общества, что да, мы проще не отстаивать свои права, а отдать на месте. Не, оно не поощрительное. То есть на самом деле радостного-то ничего нету, да? Конечно. Но, извините, последних там 80 лет так было. Мы играем теми картами, которые сдали. Сдайте другие карты, мы будем играть другими. Слушай, если бы... Ну, никто так не делал, да, то есть, и вот этого бы ничего не было, я бы нормально тоже ездил бы, соблюдал там все как положено. Не, ну, в первую очередь, конечно, нужно вообще в целом устранять конфликтные вот эти ситуации, вот эти барьеры между вами. То есть, ну, тебя остановили, надо не глазеть на тебя и смотреть, там, ну, братан, что будем делать, с такими фразами к тебе подходить, да, когда, там, быстро как-то тебе давать, я не знаю, там, ту же баночку плюнуть, там, я не знаю. Быстро выписать мне штраф на 60 тысяч, и чтобы я ехал дальше. Да, иди оспаривай с адвокатом в суде, да. Это все должно быть быстро делать, а не вот эти посиделки в патрульной машине. Ну, я не рад вообще, вот, 60 тысяч штраф, если мне выпишут, если честно. Что-то большие штрафы, кстати, тебе не кажется, я что у нас высокие? А я активно работал над понижением штрафов, вносил предложения, постоянно выступал в СМИ, и я тебя хочу порадовать сейчас, вот... Вот-вот на днях должен выйти закон о том, что подавляющее большинство штрафов там, на дороге будут снижены. Нет, два раза. За пьянку надо оставить, за сплошную, то есть за тяжкие вот такие про админ нарушения нужно оставить. А вот знаешь, там за заезд, за линию, да, ну куда двадцатку? Там превысил на 10 секунд, 20 тысяч тенге, ну ничего себе, сейчас у человека средняя зарплата, вот 60. Я согласен с тобой, вводится еще предупреждение по ряду составу. То есть, ну, поймали тебя соткой, ну, там, то я есть, не вот знаю, это будет... или ты не включил фары. Это будет пересматриваться, да? Да, ну, на кой тебя штрафовать на 11 тысяч, да? Проще сделать тебе предупреждение один раз там, ну... Конечно. Ну, да, 4 из 5 людей, наоборот, поймут хорошие отношения и там, ну, как-то будут, по крайней мере, реже это делать там. А что? Большие, высокие, не, там, несоразмерные содеянному штрафы, они у человека, наоборот, порождают чувство отторжения от государства, а от ты его вот политики. Несколько раз сказал, молодежь меня смотрит. Но ты вот посоветуешь, смотри, у нас же, вот ты же вот как раз-таки из того поколения юристов, вот финансистов, которых вот вышли вот огромной волной, да, их очень много было, помнишь? Потом да? Стало меньше. Да, сейчас там, наверное, как-то это меньше, сейчас как-то там уже начали думать, там, какие специальности там более востребованы, там, ля-ля-ля. Но вот сейчас, на сегодняшнее время ты посоветуешь молодым ребятам идти в юристы? Конечно, у нас острая нехватка юристов. Да ну? Да. А где у нас нехватка юристов? Везде, во всех структурах.
начиная вот от частных, заканчивая государственными, везде. Острая нехватка юристов. Ты знаешь хоть одну профессию, которая в стране, вот у нас острая там, специальность именно, не хватает? Я понимаю, что у нас чрезмерно много чиновников и полицейских там, да, но проблема же страны действительно в том, что кадров не хватает, квалифицированных кадров не хватает во всех сферах абсолютно. Юриспруденция здесь не исключение. Я понимаю, сейчас выйдешь на улицу, там мы тут начнем прохожих расспрашивать, там каждый третий окажется юристом, да. Не, ну мы же понимаем, не вот, слушай, ну есть же вот в народе говорят, что какой успешный адвокат, да, вот, наверное, самый успешный адвокат, да, который с судьей, со всеми судьями на одном курсе учился, ну это да, вот такая как пословица, а ты в смысле, ты вот так говоришь, ты в смысле не заносишь взятки судьями, раз ты уж меня собрался за взятки садить, давай уж и я тебя спрошу. Нет, я не заношу. Вот вообще. Вот вообще. И много таких. Мне кажется, в Алматы их хватает. Ну, по крайней мере, в Алматы я достаточно знаю коллег, которые принципиально говорят, что мы не носим. Мы будем мы не заносим, рубиться вот в открытую. Да. Ну, желательно, конечно, чтобы таких юристов появлялось как можно больше, которые говорили, провозглашали это и становились примером для других. Ну, если ты хочешь меня спросить, там, раз у нас такой каминг-аут пошел, давал ли я взятки, да, я скажу, да, я тоже давал их раньше. Ну, спасибо, Джохар. Да. Было бы удивительно просто, понимаешь, сидит чувак, понимаешь, мы сидеть будем вместе. Нет, да, просто тогда ты должен уже исцелять руками, да, то есть. Я немножко уточню. В какой-то момент я понял то, что, во-первых, мне стало стыдно в какой-то момент. Я начал понимать и ощущать, что я вот своими же руками гублю свою страну, свое общество. Я потом у меня, ну, вот, это очень сильно было связано с появлением у меня детей. Тут начинаешь задумываться о том, какую страну оставишь им, когда они вступят в сознательный возраст. И я думаю, ну, неужели там они подрастут и через 20 лет там они вступят такой, во взрослую самостоятельную жизнь, и им тоже придется на каждом шагу ходить и давать взятки, как мне, врачам, учителям, полицейским, там, патимате, я не знаю, когда бизнес открываешь, создаешь, какую-то справку несчастную получить. Ну, я не хочу этого. Поэтому я решил, как вот многие говорят, начать с себя. И тебя, Слава, к этому призываю. Давай почаще желай масти. Да я им желаю, но все они не выбирают половину, понимаешь? Не, на самом деле, а как бы, когда они не выбирают масть, а выбирают деньги, я радуюсь. Потому что у меня не столько масти, чтобы я каждому гайцу ее на дороге раздавал за просто так, понимаешь? То есть это на самом-то деле, мне она тоже нужна масть, понимаешь? И если я хочу ему от души пожелать, то а он хочет деньги. Слушай, деньги я еще заработаю, а с мастью непонятно Слава, как. Слава, ну скажи честно, когда ты вот задаешь этот вопрос, ты обычно виноват, да? Ты нарушил ПДД? Не, я угораю. Я тебе серьезно говорю, я выхожу, я могу лечь на капот, руки за голову. То есть они, ну реально, знаешь, мне говорят, парень, что с тобой? То есть, ну, не, как-то... ну может быть они после этого тебе предлагают пописать в стаканчик? Предлагаю, да. Ну, я бы тоже предложил тебе. Я бы вообще, наверное... Не, ну это не всегда, но вот просто когда на куражах, я реально угораю. Они все думают, что я укуренный почему-то, хотя я не курю, не бухаю. Я тоже так подумал. Не, ну я и не обижаюсь на них. То есть, я кажется, сам провоцируешь. Конечно. Да. В каком-то... Ну, конечно, вышел чувак на капот, лег руки за голову. В смысле, реально там, ну, хорошо табельное оружие. Ну, куда ты уклоняешься от моего вопроса? А ты нарушаешь ПДД в этот момент? Конечно. Ну, плати штраф, честно. В чем твоя проблема? Ты не настолько богат? Я не знаю. Ты понимаешь, это вот интересный вопрос. Вот сейчас мы, похоже, коснулись чего-то по-настоящему важного. Что... Ну, у нас, смотри, у нас уже... Я же не против, понимаешь? Ну, вот меня так учили. Меня так учили. Мне с детства так учили. Не надо в лбом, блин, переть в эти ворота, когда легче просто, блин, постучать там, обойти их в эту калитку. Слушай, ну, я как, мне 43 года, я готов следовать за там чистыми и светлыми идеями, там, понимаешь, у Тюбекова, я ж за. То есть я вот что сейчас с тобой делаю, да, мы сейчас... Но только попозже. Почему попозже? Да прям сразу, ну, пускай таких у Тюбекова хоть два, что ли, будет. Ну, хотя бы вас парочку на рассаду, понимаешь, троечку. Где эти вот, ну, эти... Стань сам вторым. Джедаи-то светлые, понимаешь? Где вот эти мечи, блин? Ну, один ты газуешь, молодец, пятерка. Не, я же не против, вот, понимаешь,
я готов, что надо сделать, там, подписать что-то, там, давай, я могу, там, смысл. Ну, ты знаешь, что, например, уже третий год, как ты, если признаешь штраф на месте, тебе официально плачь. Половина выдаются, да? Уже не так много, сейчас понизят штрафы. Может быть, это все тебя стимулирует все-таки жить честно? Нет, как бы... Ну вот это самая распространенная бытовая коррупция именно на дороге. Знаешь, я относительно, как тебе сказать, ну я не буду скрывать, я вот пока играю по правилам системы, то есть я не вижу смысла, да, там какого-то особого, да, переть против нее, хотя я умом понимаю, что что-то надо с ней делать. То есть это мы, правда. Опять, мы уперлись, конечно, в счете в одну вещь. Каждый должен начать с самого себя. Ну, согласен. Да, и потом подать пример другим. Ты где-то потом собрался пивка попить с друзьями, и где-то говоришь, ребят, я вот перестал им давать там, или штраф заплачу, или поспорю с ними там, ну, отлично себя чувствую, замечательно. И вас призываю к этому. Не знаешь, я недавно додумался до одной интересной вещи, вот как наказывают, вот, допустим, в Китае больших коррупционеров, да, вот, кто много украл, да, там их ловят, там и стреляют на площади. Ничего подобного, это распространенный миф. Нет. Слава. Не это оно, да? Миф, это миф. Да, не, ну показываешь еще по телевизору. Когда это показывали? Последний раз, когда ты это видел? Не, ну хорошо. Уже годы прошли, правильно? Я знаешь, что придумал с нашими коррупционерами? Это красиво делать. Выглядит. Вот но те, Китай отказался от мирной казни. Те, короче, кто много украл, а вот их конкретно нужно лишать навсегда гражданства. Не-не, вот подожди, сейчас я тебе расскажу, к чему. Все мне говорят, да что они отвалят за границу и будут там кайфовать, мне угорать. Так да не так. А, ты вот без для многих, вот там, где они выросли, там, где они это, для них это капец важно. Че толку иметь 200-й ланкрузер, если ты не сможешь показать его в своем ауле? Понимаешь, это бессмысленная вещь. Кому он там в Ницце нужен со своим ланкрузером? Я вот понял. Не пускать их никогда, блин, в Казахстан. Слава, поверь мне, вот поверь мне. Чего? Ну зачем ты в это лезешь? Это наивнейшее предложение. Ну, наивнейшее. Есть же наука целая, криминология, которая... Это мне человек, который, понимаешь, говорит, который вообще в одиночку систему, понимаешь, это я идеалист после вот этого всего. Есть давно разработанные исследователями рецепты борьбы с коррупцией. И первый, наиглавнейший из них заключается в том, чтобы выбивать из-под нее базу. Например, 14 лет назад, когда я только начал работать юристом, и я столкнулся с удивлением с тем, что у нас очень тяжело в Казахстане быстро зарегистрировать ТО. Простое несчастное ТО. Деньги нужны бизнесу. Да, это тогда стоило 100, 150 долларов, через какое-то время в Алматы это 300 попробуй долларов. Попробуй его закрыть стало. Потом, это Ставка. Вообще застрелиться. Блин. Да, тогда это еще тоже тяжело было, в общем. А сейчас уже несколько лет, как можно ТО за 15 минут зарегистрировать на электронном правительстве. Но об этом никто не знает. Нет. Все об этом знают, да все, кому надо это знают. Все не знают. Вот большинство об этом напишите знает. В комментах, пожалуйста, к этой программе, кто об этом не знал. Вот я тебе серьезно, 80% хорошо. Людей об этом не хорошо. Знают. Ну, в любом случае, это сильно подорвало кормовую базу коррупционеров да, из органов юстиции. В первую очередь, да, надо менять законы и убирать эти коррупциогенные барьеры. Или вот центры обслуживания населения появились. Ты да. рад им? Это наше замечательное достижение, да. Гордишься за страну. Да, да. И они же тоже убрали вот этот коррупциогенный барьер. Mm-hmm. То есть ты уже не общаешься с чиновником. Ну а как в полиции это сделать? Вот ты вот видишь, есть наработки. Вот что бы ты сделал? Не, ну уже чего-то добились там, то, что Аким Есимов там в свое время сказал, что все, прекратите стоять вот так вот, да. Ну ты же ощутил, как на дороге, что им запретили гаишникам стоять на дороге с палочкой. Ну ты понимаешь, это же не системная фигня, ну что ты говоришь, ты сам себе противоречишь. С одной стороны, ты говоришь, давайте менять систему, да, и тут мы и приводим цитату, не, это хорошо, сами понятно, мы тоже часть системы, да, мы участники. То есть, ну, конечно, это... Нет, а тут, понимаешь, мы ссылаемся на Есимова, который что-то там запретил. Ну, это же в масштабах страны. Это часть, конечно. Это же чушь. А нашу полицию тоже, это один единственный рецепт есть, как ее исправить. Это, ну как, мне это вот грузинский, интересно. Это грузинский опыт, только так. Только менять полицию почти полностью. Только менять ее кадры. Ты же понимаешь, полностью. Откуда вот возьмутся, да, там. А у нас раздутый штат полиции чрезмерно. Нет, ты в смысле, ты все хочешь выгнать и новых набрать, я что-то не понял. Так в смысле получается? Да, почти все. 80% точно надо разгонять всей полиции. ГАИ, я думаю, надо разгонять под корень. Ну, 95%.
Ну нет, нет других вариантов. Я не говорю, что их всех надо там посадить и расстрелять. Да? Не, не надо. Да. Ну им всем просто в основном... Тогда и нас с тобой надо расстрелять и посадить за то, чтобы взятки давать. Я говорю то, что да, в первую очередь должна какая-то кадровая реформа начаться. В полиции. А с судами, вот ты все время пишешь, что там... Тоже кадровая реформа. Ты говоришь, что они не оправдывают, ну мало оправдательных приговоров, а еще что там тебе не нравится? Ты же в них ходишь. У нас нет суда присяжных. Полноценного суда присяжных нет. Он у нас как Потемкинская деревня, в Алматы рассматриваются 5 дел в год. Вот. Это из порядка 7 тысяч дел, он там 5 рассматривает. Ну, то есть это капля в море и ширма. Ну, суд присяжных, согласен. Это, мне кажется, да. Хорошая вещь. Да. Еще чего? Отсутствие оправдательных приговоров, видишь, это все-таки болезненная такая вещь. Она включает в себя, в первую очередь, обвинительный уклон суда. Суд тесно срастился с прокурором. Да вот у меня сейчас идет уголовный процесс, чуть что какие-то проблемы. Ты смотришь же американское кино? Да. Судья что делает в таких случаях? Там какие-то непонятки начинаются на процессе. Что он делает? Зовет к себе адвоката, да, и это. Прокурора. Да. Что происходит у нас? Судья прерывается и к себе в кабинет. Кого зовет? Прокурора. Без адвоката. Да. Он обсуждает с ним все. Опа, что делать там. Ну и это при том нагло при мне происходит. У меня сейчас идет процесс в одном суде, и там каждый раз там какие-то непонятки возникают, и судья поднимается к себе в кабинет, и прокурор нагло при нас к ней поднимается. Ну, это нормально? Ну, слушай, ну... Ну, и сколько это будет? По сценарию вот это, же, подожди, по сценарию лица. Же прокуратура, она находится вообще фактически, да, то есть над системой, то есть... Ничего подобного. А когда нет, они ну... Пришли, как... Слава, Слава, когда они пришли... Когда прокурор пришел в суд, да. Он никак над системой не находится. Не, ну я понимаю, да, но его дело следить за соблюдением законности вообще везде. Это да, функция прокуратуры. Меня так учили. Не в суде. В суде он такой же участник процесса, как адвокат. Да. Точно такой же, но по факту-то нет, и у нас нет оправданий. В общем, на все это просто нужна политическая воля. То есть кто-то должен сказать, ребята, в суде хватит. Всех подряд обвинять. Такого не бывает, что прокуратура и полиция не ошибаются. Такого ни в одной стране мира нет. Хватит просто всех подряд огульно обвинять и осуждать. Вот. Слушай, пора ну, начать оправдывать людей. Потом у нас очень... А мне правда это кажется? Извините, перебью сейчас. Ну просто я, вот, чтобы не забыл, что некоторая обида, вот именно адвокатская, вот, что вот вам обидно, что вот вас в эту комнату конечно, не зовут. Конечно, конечно. Это и есть, да? Это обида. Но она додела не в этой комнате. Не, я не понимаю, что это, что вы выше вот этих да. дурацких там этих. Не, ну, с другой стороны, когда тебя не зовут в эту комнату, тебе явно указывают твой статус, понимаешь, ниже плинтуса в этой судебной системе. Конечно, что конечно. Вот это вот главное, а ты вот это вот чудо, которое там бегаешь, слышишь своими протестами. Да, но это всего лишь такой как второстепенный вопрос. Самое главное то, что в конце концов моего подзащитного всегда осуждают. Без вариантов. Его никогда не оправдает наш суд. Ну, ты можешь поверить? Вот я тебе говорю. Ты по уголовным да, делам? Да, в первую очередь про уголовные дела говорю. Сейчас до гражданских сейчас дойдем. 7 тысяч дел примерно рассматривают в Алматы, да, вот ежегодно. Сейчас в год? В год. Угу. Как такое возможно, да, в мегаполисе, что в год оправдывают одного человека? Из 7 тысяч дел там порядка 10 тысяч. 6999. То есть процент вот. 1/100. Я людям говорю каждый раз, все, безнадежно, шансов нет. Там, радуйтесь, если вас не посадят. Просто, там, в смысле, условно это, короче, круто получается. Да, это считаю, что у нас это оправдание, там, это, я не знаю, там, адвокат. Условно, химия, но, там, вот это вот. Да, и ну, что делать в такой ситуации? Конечно, у адвокатуры уже рождается определенная озлобленность на судей. Ну, в уголовных делах, да, все намного хуже, чем в гражданских. Намного хуже. В гражданских, там, худо-бедно мы какую-то справедливость наблюдаем. Но опять же, если нет пары условий, первое, если не вмешивается опять Бенджамин Франклин с какой-то да. стороны, и второй момент, если ты судишься с государством. Это вот. Никаких шансов, да, в том смысле нет. Ну, очень там сложно. Председатель Высшего арбитражного суда России, он там несколько лет назад гордился, что там удовлетворяется порядка 75% налоговых. Апелляции туда в суд. Да. Я потрясен был. Я думаю, у нас четверть не удовлетворяется.
таких налоговых обращений, скорее всего, меньше. То есть ты судиться будешь с государством за тендер, там, за налоги, да свои, там, коммерсанты, физлицо, неважно. Очень-очень тяжело победить. За участок свой земельный будешь судиться, за компенсацию, за снос. Всю жизнь, да. Это очень тяжело. Там же как, сначала идешь районный, потом городской, потом верховный. Областной, потом верховный. Ну, три инстанции сейчас, да. То есть это, ну, это коротенько, года два все будет длиться. Там. Не, ну сейчас стало побыстрее все это. Ну, суть не в этом, все равно очень тяжело судиться с государством. И вот оно в этом плане у нас такое. Слушай, с ним и жить нелегко, да. С государством. Вот да. Ты же, собственно, если так разобраться, да, ну, хотя, ты понимаешь, я вот то, что вижу сейчас в социальных сетях, да, все, что вы говорите, там очень многие люди пишут, вот все правда, я совсем согласен, да, но вот ты не находишь, что последнее время вот в тех же сетях вот говно. Один негатив, ты хочешь сказать? Да. Ну и что, ну если правда один негатив? Да ну как же, ну так же не может быть, что 18 миллионов человек живут, и у них один негатив в жизни, это ж неправда. Мы ж утром встаем, у нас птички поют, понимаешь, люди влюбляются. Кстати, вот это государство, которое мы критикуем, и я критикую, но оно работает. Сейчас вызови скорую, она приедет, вызови полицию, которая вот тебе не нравится, она приедет сейчас. Непонятно, что она там сейчас с нами будет делать, но приедет, понимаешь? Что там, пожарные тушат пожары, летчики летают, энергостанции работают, свет же есть, тепло зимой есть. То есть я к чему хочу сказать, что государство там, ну оно работает как-то там, обеспечивает эту жизнь, там, ну не знаю. Слава, это свойство человека. Например, смотри. Мне там, просто страшно вот так думать. Мне задал, знаешь, да, я понял тебя, мне задолжал там, да, сосед, да, например. Я пошел, подал на него в суд, выиграл у него дело, там, судебным исполнителем пошел, взыскал с него деньги, или он добровольно выдал, не суть. Ну, я почему должен об этом кричать на каждом углу и радоваться? О, мне судья помог, судебный исполнитель помог. Блэк Джек выпал. Отлично, я смог вернуть свои деньги. Да на кой мне об этом радоваться? А если судья возьмет и по беспределу мне откажет, ну почему бы мне не орать об этом? Это свойство человека, конечно. Система дала сбой, я должен, это вполне нормальное свойство человека, об этом заявить на весь мир. Согласен, согласен, сейчас в социальных сетях каждый человек, по сути, это свое маленькое медиа, да, то есть. Да, и, мир изменился, да. Да, и получается, что, ну вот он о своих болях и кричит в первую очередь, так что ли получается, ну вот о новостники тогда, да, то есть, ну понятно все, просто, мне знаешь что, я просто боюсь, потому что я вот как раз таки верю. Ты веришь, что мысль материальна? Нет, не очень. Но... Ну, а я вот верю. И понимаешь, когда 18 миллионов человек в унисон начнут думать, что у нас вот полный там... Как вот это? PhD, да? PhD? PhD, понимаешь? Это вот, когда вот 18 миллионов начнут в унисон думать, что у нас PhD полный. Слушай, PhD случится, я прям верю в это. Поэтому я тремя руками за вот таких товарищей, как ты, да, то есть, вообще, что сейчас происходит, мне кажется, начинается вот этот вот какой-то диалог, а тебе что-нибудь отвечают вообще? То есть, вот то, что ты там пишешь в социальных сетях, они там как-то реагируют на это, вот те люди, которых ты критикуешь? То есть как это? Или ты просто веселишь вот эту ФБ аудиторию, а то, что сейчас там всем не очень хорошо, все такие, о, ура, Джохар, давай в атаку, эти-то что-то там реагируют. Последние кейсы ты, я не знаю, там, если иногда читаешь все-таки мои посты, может быть, ладно. Смотри, я написал то, что в Астане судья Сорокинского суда Арипов взял и решил вызвать в суд ООН, перепроверить его дело, изучить его. ООН, да. В смысле, организацию? Организацию Объединенных Наций. Он позвал. Прям всю, в смысле? Ну, к себе позвал. 40-го года, да, еще? Ну, конкретно он позвал комитет по ликвидации. Сталина, Рузвельта и Черчилля. В чем его птица? Он позвал комитет по ликвидации женской дискриминации ООН. Но комитет это не орган, там, не организация отдельная. Ну, хотя он, видимо, этого не понимает. Это судья так сделал. Да, слушай, я позвал. Читал, интересно. Интересно, Джохар. Пересматривать еще решение ООН. Говорит, ну, черт его знает, вынесли, давайте-ка я перепроверю вас, да. Захотел, вас желал. Ну, я не знаю, что с человеком, вот что у него в голове происходит.
он не подсудный ни одной стране мира. Ежу же понятно, вот мне кажется, ребенку понятно, что у нее иммунитет от судебного преследования. В смысле, ООН затроллить очень сложно, я вам согласен. Засудить ООН невозможно. Причем непонятно, там же 200 стран, это же непонятно, кого мочить-то главнее. Нет, ну организация-то есть, теоретически можно предположить, что Антонио Гутерреш приедет в Саратинский суд, да, там, да, мы его закрыли, спецприемники наши, да, там. Тема. Неуважение к суду, да. Вот. Ну, понимаешь, не, ну и чё, я обратился, и чем да. Чем кончилось, да? Он, в смысле, он люди чё? В шоке все, да? Я удивился поддержке аудитории. Я, кстати, каждый раз удивляюсь, когда меня поддерживают. Нет, то, что тебя аудитория поддержит, кто бы сомневался, потому что люди понимают, что ты делаешь правильно. То есть эмпирически понимают. Вот они верят в торжество справедливости, не верят. Но я согласен, я вот абсолютно верю в другое, что будет у нас вот 20 утюбеков вот таких газовать, однозначно будет лучше, чем ни одного. Даже один ну, хорошо. Понимаешь, я где-то пишу про это в 12 дня. Да. И уже в 3 часа дня судья, видимо, бежит на работу и отменяет свое определение. А и он что? Говорит, что все, ООН больше нет, мы не зовем ООН. Нет, ну это, понимаешь, он Марсу бы еще предъявил, фига мелочиться, да? То есть, ну, не, ну все-таки видишь этот механизм социальной сети Facebook, который нам с тобой запрещали недавно говорить и рекламировать. Нет, он, бред, да? Да, он честно, работает, Facebook как работает, можно? Да. Мы на одном канале были, мы не будем его называть, вот. Но нам реально запретили говорить в эфире национального канала слово Facebook и YouTube. Причем обосновали это так, что мы тем самым рекламируем эту социальную сеть. Вот с таким же, они бы солнце запретили говорить, там туча, град, ну, дождь. Я тоже не хочу называть этот канал, но это был один из первых каналов, чуть ли не первый канал. Где нам запретили? Где нам запретили? Не, ну, ребят, вот, меняйте траву, потому что, ну, я называю, запрещать слово Facebook и говорить, что это реклама, ну, это нонсенс, блин, понимаешь? Нет, он работает. Не, я понимаю, допустим, вот я видел на телеке, затушевывают, ретушируют вот эти лейбочки, ну, шилдики машин, ну, это еще хоть как-то понятно, но Facebook это, ну, в смысле, ну, система в любом случае, она должна реагировать на какие-то явные, откровенные сбои. Вот сейчас, например, очень активно на многие там мои посты реагирует прокуратура. Почти мгновенно какая-то реакция происходит, и я очень радуюсь этому. Ну, они тебя вызвали, сказали, Джаке, Рахмет тебе, молодец, что ты делаешь хорошее дело. Или думают, не, ну, опять понятно. Эта сволочь там что-то написала. Нет, ну, я думаю, там очень много людей, которые понимают, что вот эта обратная связь с населением, тем более вот профессионалов, которые конструктивны при этом, да, а не которые люди там, демагоги там, кричат на ровном месте. Популисты. Да, она им нужна, они зато борются с какими-то больными точками, это помогает системе самоочищаться, вот. Поэтому почему нужны СМИ, почему теперь социальные сети тоже нужны, да, все это помогает все-таки, вот. А полиция, вот, например, она никак не реагирует. Очень редко что-то происходит. Единственное, там я вижу, сидит пресс-секретарь административной полиции и по дорожным правонарушениям. Слава ей, что она существует, там Ирина Лукьянина, да? Вот, и она реагирует там по вот этим вопросам. Но... Не, ну вот я читаю второго твоего коллегу в адвокате, у меня тоже в ленте, вот мне просто сейчас вылетело, напомни, совершенно милая девушка такая. Жанна Уразбахова. Да. Вот, то есть она же, как она пишет, она все им пишет истории, как вот на нее и реагируют эти, да, там, что это от нее шарохаются уже эти следователи, от нее шарохаются уже эти прокурорские, то есть, ну, с ней хочешь не хочешь. Получается так, что у нас адвокат должен иметь 30 тысяч подписчиков в Фейсбуке, и тогда соблюдение законности, оно, ну, в общем-то, ну, если не гарантировано, то очень большие шансы. Ну, Слава, ну, ни у нее же, ни у меня никогда же не было этих самых десятков тысяч подписчиков там. Они как раз-таки появились благодаря тому, что мы это описываем, вот эти вещи. Людям интересно читать про нарушение Слушай, ну, законности. У тебя твоей вот этой сейчас популярностью, вот у тебя последний год, она прям популярность, уже популярность, да? Как это повлияло на твою работу, я имею в виду, в смысле, ее больше стало, изменилось качество клиентов, ну вот просто вот интересно, то есть как это работает? Есть определенная часть клиентуры, которая боится меня. Да. Это не клиентуры, точнее, ну как, не моей клиентуры, да, которые думают, ну, зачем потенциальные там портить отношения, да, там, судьями, там, особенно судьями, да, там, если, ну, вдруг они будут на него косо смотреть.
Ну, что меня радует... Ну, они считают же тебя психом, по-моему. Мне не важно. Не-не, они тебя считают, мне кажется, отмороженным. Да, может быть, оппозиционером. Ты же отморозок, блин. Вот в их понятии, мне кажется, ты отмороженный вообще во всю голову. То есть ты идешь и газуешь там, понимаешь, ты троллишь председателя Верховного Суда. Это же священно фактически. Сейчас, как говорят еще в интернете, больной ублюдок. Не, ну, это, не, я думаю, у них там много, они тебе уже погонял, придумали. Но... Не, ну, меня радует в любом случае. Я понимаю, что я без хлеба не останусь. Огромному количеству народа нужны адвокаты, которые пойдут против системы. И дело вообще даже не только в моей популярности. Я вот не хочу никак принизить коллег в регионах, да? Но очень часто люди из условного Тараза, Актау или Павлодара, несмотря на то, что это гораздо им дороже обходится, в два раза минимум, зовут адвоката из Алматы. Ну, потому что, да. Почему они не делают этого? Потому что местные, хотя там есть местные хорошие, отличные, сильные, там, честные адвокаты. Понимаем, да. Но у них все равно уже такая, может быть, это зашоренность, там, а частично это правда. У них, ну, понимаешь, Алматы мегаполис. Тут много, да, и мне, много, да, даже если я вступил с Вась-Вась, например, с условным начальником УВД Наурызбайского района, там, да, ну, вряд ли у меня есть Вась-Вась там с прокурором Жицунского района, скажем, условно, да? Слишком большой город, вот. И тем более я там никого не знаю в том же Таразе, да? Вот. А в Таразе, ну, там пара, не знаю, один УВД основной, несколько опорных пунктов, может быть. Там один прокурор города. Все друг друга знают, и адвокаты срастаются, к сожалению, юристы. Ну, тут невозможно, ты же тут живешь, городок там маленький. То есть... Ну, а почему они это делают? Мне, знаешь, я как-то защищал одну бабушку в суде. У нее, короче, она всю жизнь прожила в гражданском браке с мужчиной. Он умер, и приехал сын, как бы захотел ее выселить из квартиры. Но она там с ним долго, лет 10 прожила. Ну, короче, она там имеет право на какую-то... эту. И вот у меня так первый раз было, я вижу, у бабушки денег нету. То есть, ну, я же вижу, что она со мной салом и огурцами там рассчитается, да, как и произошло. И тут подходит адвокат с той стороны, говорит: эй, успокойся, что ты газуешь, давай мы тебе чуть-чуть денег дадим, просто, я говорю, ты, ну, бабку жалко, блин, реально, посмотри, она была бы там сволочь какая-нибудь, еще понятно, бабушка, блин, святая, там такая, одуванчик, блин, понимаешь, короче, не стал я с ними это сращиваться, да. Реально, огурцами потом она мне зачехлилась с салом, да, ну вот у меня что-то тогда, ну я молодой еще был, да. Так ты помог ей? Нет, я ей помог, да? В смысле, нормально все, мы ей высудили там, как ее часть, там, что положено, да, а сын того мужика приехал, начал там... Ну ты, в общем, к тому, что у многих людей просто денег нет, да, на ту же правовую помощь. Абсолютно. То я есть... согласен с тобой, них... это огромная проблема, я же тоже от нее страдаю. Ты думаешь, что я сижу и думаю, вот когда придет клиент там и даст мне... А, кстати, что у нас с прайсами? Мы не о твоих сейчас говорим, а в целом температура по палате, вот столичные адвокаты. Допустим, давай так, у нас с тобой наезд с этой, с тяжкими телесными, да, то есть, ну, он не убежал на месте, да, то есть, вот сколько стоит сопроводить вот человека, да, ну, чтобы там... Адвокаты в Алматы, по крайней мере, мы, да, они в основном берут помесячно. Вот так. Я думаю, любой более-менее адвокат уровня выше просто среднего... Я с ними не сталкивался. Да, грубо говоря, он с тебя просто на ход ноги возьмет $1000. Просто? На ход ноги. Вникнуть там вот эту всю, да, Санта-Барбару. Да. Это так, в легкую. И я не говорю, может быть, он даже за эту тысячу все дело в конце концов проведет, но сомнительно. Ну, скорее всего, это на начало работы. Ты же понимаешь, что это, как правило, все-таки, ну, минимум 3 месяца дело давно. Как правило, полгода. Еще не редкость, год-два дело тянется, да, и постоянно платить это надо, да, что-то там. Я согласен с тобой, бабушка выпадает сходу, которая живет одна. Не, какая бабушка? Тут средняя семья, да, ты представляешь, 2 года в судах газовать. Это, ну, вот в среднем даже, ну, хорошо тебе попадется там мега там, как бы хороший. Не, ну вот, условный охранник мегапарка, да, там совершил такой наезд, там, да, борется за свою свободу, он там пешеход пьяный выскочил перед ним. Ну, никаких... да, он тоже остался без адвоката, по большому счету, да. Или он наймет... А сейчас дают этого общественного, вот, как раньше? Дают, но я искренне и честно признаю боль это адвокатуры, и это ни для кого не секрет, что 80-90% моих коллег там работают так, спустя рукава по таким делам, потому что они низкооплачиваемые. Не будут они впрягаться, короче, за адвоката, за охранника там. Да, просто. Да. А определенная часть... Уж полгода точно не будут перейти. Да, определенную часть в народе и вовсе зовут красными адвокатами.
это Потому что который... они сотрудничают откровенно с полицией. Некоторую часть, конечно, их немного, но все равно, к сожалению, они как позорят всю коллегию. Ну а что, город-то маленький, страна маленькая, то есть вот эти, кто... Ты хочешь сказать сейчас про репутацию? Я уже давно понял, в нашей стране вот репутации вообще нет как таковой, по-моему. Можно кидать, кидать, кидать людей, и тебе это никто не вспомнит. Ну, Господь может вспомнить. Кстати, что у тебя с Господом, у тебя? Ничего Веришь? особенного. Или как? Не знаю, Ну, как правильно? Ну, это все, не говори только, что это интимный вопрос. В смысле, ты веришь в Бога? Это простой вопрос. я, наверное, агностик, я в какую-то высшую силу, скорее всего, верю. Не знаю. Ну, я Меня понял. временами штормит до атеизма полного. Ну, тысяча. Не, ну не мудрено, походя по полициям, прокуратурам Да. и этот, по Ну да. неволе. Я иногда теряю вообще верю в высшую силу. Да. А что там будет движет тогда? То есть вот, понимаешь, ты вот сейчас все время мне говоришь, слава, нужна справедливость, ля-ля-ля, но ты понимаешь, каждый день же это надо делать. Вот мы сейчас, знаешь, можем тут прекрасномудрием, там, прекраснословием вот этим заняться. А что тебе каждый день вот это вот толкает, пихает? Тут вот уже сколько ты не угомонишься там? Долго уже? Там уже, понимаешь, клиникой попахивает. А это так просто не Нет, бывает. ну, ты знаешь, ты же, как и большинство людей, не знаешь у Тебекова до Фейсбука, правильно? Не Вот. знаю. Ну, Ну расскажи про него. я до Фейсбука работал 11 лет И где? юристом, в том, адвокатом в В том конторах, числе, в да? смысле? Сейчас. И я всегда, ну, на своих конкретных делах старался как-то восстановить, не просто восстановить справедливость за свою компанию, за своего клиента, за самого себя. Но я пытался очень многие вещи решать системно, чтобы этого больше просто не повторилось. Например, я прихожу в суд, Да. и я прихожу туда в полчетвертого дня, в городской суд. Это было, началось у меня, вот это, скажем, где-то с года 10-го. И мне говорят, а все, мы канцелярия закрылась, мы после обеда с 2 до 3 принимаем. Я говорю, ребята, стоп, стоп, стоп. У вас рабочий день кончается в 6? 6. Почему вдруг я должен приходить и приносить вам письма до 3? Они говорят, ну мы потом сидим, регистрируем их. Я говорю, ну это, наверное, ваши проблемы. А если я из другого города приеду, вы мне тоже скажете, я что, в гостиницу должен пойти снимать, чтобы завтра к вам в 9 утра прийти? Что-то, я говорю, здесь неправильно. Ты знаешь, я раз написал жалобу, второй, третий раз написал жалобу там, в городской суд. И через какое-то время мне в канцелярии сказали, слушай, ты давай так, приходи, когда хочешь. Да, 8 утра приходи, мы 8 вечера твои приходи. возьмем. Мы здесь, не порть нам малину, приходи сам. Я говорю, нет, ребята, я говорю, вы, кажется, не поняли. Я борюсь не за себя сейчас. Я борюсь в первую очередь за иногородних. Я борюсь за бабушек, за алиментщиц, которых вы разворачиваете, да, которые теперь потратятся на транспорт, да, там и там, я не знаю, время свое. Может быть, они помрут в этой очереди, придя в следующий раз. Ну, Я были борюсь за случаи, всех, говорю, и были поэтому я случаи. говорю, меняйте все. И действительно они это меняли. То есть я всегда старался вот этот вопрос, ну, решать системно. А когда в моей жизни появилась социальная сеть Facebook, там, да, и появились подписчики, я смог, ну, вот такие вещи менять еще эффективнее, глобальнее. И я очень доволен вот этим откликом и со стороны общественности, и со стороны властей. Ну, я думаю, что это тебя очень должно стимулировать Да, и конечно, воодушевляет. давать тебе Да. силы, да, и воодушевлять. Это Конечно, серьезная поддержка. конечно. Я Я же, это... Слава, я же говорю, я постоянно удивляюсь, почему, ну, я все время удивляюсь. Там, казалось бы, я написал пост про гражданское дело, да, что там кто-то судья привлек ООН третьим лицом. Ну, я раньше думал, кому это может быть интересно, кроме Нет, адвокатов? чувак, про ООН это реально такая смешная шутка, в общем. Да. То есть это вот Ну, прям хорошо. понятно, что там, Ужасу это не да. шутка, конечно. Понятно, что на 4-й год существования, да, в Фейсбуке там я научился писать это как-то, да, остроумно, там, красиво подавать, да, как-то продавать, в общем, это людям, Да. чтобы им интересно было это прочитать. Но все равно же вопрос возникает, почему людям это интересно? И меня это еще воодушевляет. Вот эти 1000 лайков, комментариев меня воодушевляют еще больше. Потому что я вижу то, что общество зреет, и оно готово к таким переменам, приветствует их. Да. И здесь колоссальная роль социальных сетей Мы все-таки. готовы к переменам, я согласен. Нам нужны перемены, я согласен. И пускай у нас в стране будет как можно больше утебековых, потому что это не просто вот это бла-бла-бла и вот эти популистские вещи. То есть получается 15 лет ты системно там на своем месте,
потихоньку с этим воюешь в силу своих сил, небольших, сейчас больше силы стали, понимаешь, с фейсбуками. Ну вот, да, пускай в стране у нас будет больше Джохаров-Утебековых, а тебе, Джохар, я желаю прям вот, пускай тебя силы не оставят на твоем пути, в твоей вот этой нелегкой борьбе, потому что я если честно, это очень непросто, даже с поддержкой Фейсбука, и, ну, ты крутой, короче, чувак, то есть, аминь. Спасибо.